Привет, это Макс English Show, и это наш новый проект «Надо знать английский». Так мы его назвали, или просто NZA. Это бесплатный видеокурс, после которого вы станете уверенным elementary спикером. Считается, что в уровне elementary 23 темы. После того, как мы с вами обсудим все 23, мы перейдем с вами к следующему уровню pre-intermediate. Хочется отметить, что в этом курсе я не буду объяснять вам все мелкие нюансы, которые касаются каждой определенной темы, но они будут объясняться в статьях, которые мы будем писать каждой теме на нашем сайте. Также мы каждой грамматической теме будем выпускать еще одно дополнительное видео, в котором мы будем обсуждать эту грамматическую тему с помощью фильмов. Дорогие друзья, нам очень важно видеть и знать вашу реакцию на этот наш новый проект. Поэтому, пожалуйста, лайкайте эти видео, оставляйте ваши комментарии, мы будем читать их и учитывать ваше мнение. Итак, это проект «Надо знать английский», и мы начинаем.